Итак, друзья, вы снова на канале «Привет, Китай». Очередная посылочка из Китая приехала. Доехала посылочка за 20 дней, указан водонепроницаемый чехол. 100 грамм вес указан, $8.35 стоимость. Реальная стоимость была $8.35. Доехала посылочка за 20 дней. Давайте посмотрим. Я так думаю, это, скорее всего, водонепроницаемый чехольчик для Xiaomi. И все, в пакете больше ничего нет. Приходит вот такой коробочке с логотипом Kingma. Давайте откроем, посмотрим. Внутри, собственно говоря, сам чехольчик водонепроницаемый в обычном пластиковом пакетике на ВИПе. Китайские иероглифы какие-то, логотип Kingma, кнопочки вроде бы все целые, на стекле защитная пленочка присутствует, стандартное GoPro-шное крепление, очень туго закручено, кнопочки тугие. Давайте примерим, кстати, как садится камера. Чехольчик подошел отлично, ничего не телепается внутри, все классно село. Вот, по качеству пластика, ну, даже не знаю, как вам описать, ну, пластик как пластик. Кнопочки полированные, металлические, все кнопочки необходимые присутствуют, пленочка защитная тоже. Ну, как бы, я думаю, качество нормальное будет. За эти деньги, все равно это как бы один из не самых дешевых, ну, и не самый дорогой чехольчик. Можем проверить его на водонепроницаемость. Так, друзья, вот наша емкость для теста водонепроницаемости. Давайте пробовать. Всплывает. Ну, пузырьков воздуха я нигде не вижу. Значит, можно рассчитывать на то, что будет герметично. О, пузырек один выскочил, но я думаю, это из-под защелки сама. Да, точно. Он сюда просто попала на пол, а изнутри защелкает. Из пустоты попал воздух. И все, выходит, выходит. Ну, я думаю, достаточно будет. Давайте посмотрим. Кстати, защитная пленочка и с этой стороны чехольчика. Так, выбираем нашу емкость водяную. Итак, давайте откроем и посмотрим, попала ли вода внутрь нашего чехольчика. Нет. Все сухо. Сухо и комфортно, как в той рекламе. Нигде я не вижу протечечек, ничего. Все отлично. Вот, друзья, вот такая распаковочка. Такого чехольчика сегодня была у нас на канале. Качество, я считаю, достойное за эти деньги. Ссылочки на товар будут внизу под видео. Вывод. Можно брать. Пришла посылочка довольно быстро. Продавец все прислал со всеми логотипами, как в описании. Не вижу причин ему, так сказать, не доверять. Так что рекомендую товар, рекомендую продавца к покупочке. И еще раз повторюсь, ссылочки будут внизу под видео. На этом все, друзья, прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в группу ВКонтакте, комментируйте видео. Все, пока!